Жители Владимирской области могут получить свой дальневосточный гектар. 1 февраля начался третий этап соответствующей программы, принятой по поручению Владимира Путина. Участвовать в ней могут все граждане России. Одним из регионов, предоставляющих земельные участки для реализации этой программы, стала Магаданская область. Губернатор 49-го региона Владимир Печеный предлагает владимирцам подать заявку на получение в пользование участка земли под жилое строительство, фермерское хозяйство или предпринимательскую деятельность. В ближайшее время правительство Магаданской области планирует составить рейтинг регионов, проявивших интерес к программе. Однако уже сейчас известно, что с нуля часов 1 февраля подано примерно 1500 заявок. Большая их часть из Москвы, Санкт-Петербурга и Кубани. Мы вышли на улицы областного центра, чтобы узнать, хотят ли владимирцы переехать на Дальний Восток. Конечно. Как только мне правительство бабок даст, я туда перееду и построю там дом, буду жить. Нет, там не все решены вопросы с инфраструктурой, с финансированием этого мероприятия. Ведь у людей, я думаю, нет такого большого количества денег, чтобы они там могли это все нормально освоить. Так что я думаю, что это еще далеко не полное решение проблемы. Нет. Я очень люблю свой город. Я уроженка Владимира, и поэтому я не хочу никуда. Это мой родной, любимый город. Не, ну вообще-то хорошая идея. Там кому-то, у кого идеи... Именно по, если они хотят развиваться в сельском хозяйстве, конечно, это будет хорошо. Ну и потом осваиваться будет Дальний Восток. Вот. Но лично для меня я бы не хотела, потому что у меня немножко другие планы по жизни. Ну для этого нужно еще, чтобы денежки были, чтобы построить, правильно? У каждого. Вот. Не думаю, что сейчас в нынешней стране у нас у кого-то есть такие деньги, чтобы выстроить там себе какой-то дом. Нет, я бы не хотела на Дальний Восток, в Магадан. Ну, в первую очередь из-за климата. То есть я считаю, что даже у нас сейчас климат не очень приятный для жительства. Но в Магадане, я предполагаю, он еще хуже. То есть как турист мне бы очень хотелось посетить эти места. Нет, не хотел бы. Дальний Восток не прельщает своей удаленностью. Здесь родные и близкие живут. Ну, как бы, если где-то поближе, то можно было бы рассмотреть. Получить подробную информацию о программе и мерах социальной поддержки ее участников можно на сайте надальневосток.рф. Игорь Липский, Дмитрий Шаталов, Губерния 33.